Друзья, всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Сегодня 2 января 2019 года. У нас тут на районе открылся Макдональдс прямо рядом. Сейчас покажу, где он находится. Очень удобно для путешественников, которые едут из Москвы, допустим, на море, прямо на трассе М4. Сейчас покажу. Заодно и куплю куриные наггетсы. Взял сейчас вискарик Беллс, или это коньяк, или виски, я не знаю. Кока-колку. Сейчас за мной туда в Макдональдс приедет Виталик, и мы поедем смотреть кино «Возмол» про танк Т-34. Я очень люблю фильмы про войну. Вот, сейчас сегодня, точнее вчера начался фильм этот показывать. Пойдем посмотрим, потом вам скажем, стоит его смотреть или не стоит. Недавно вышел фильм тоже про танки «Несокрушимый». Я минут 15 его посмотрел и больше не смог этого сделать. Такая какая-то херня нудная. Посмотрим, вроде как по отзывам Т-34 повеселее будет. Но все равно, так как это русское кино, без виски, без 100 грамм там, точнее без 200 грамм там никак не обойдешься. Так что смотрите, не переключайтесь. Какая армянская церковь здесь у нас на районе. И как раз Макдональдс там за ней, с той стороны. Вот это вот у нас уже идет трасса М4 Дон. А людей вообще никого нету. Как вымерли все. Зомби-апокалипсис какой-то. Три калики ходят. Короче, ребята, мы на месте. Вот смотрите, вот трасса М4 Дон. В ту сторону у нас идет Черное море. Вот это мост, туда аэропорт. В ту сторону у нас, получается, идет Ростов, Москва и так далее. Вот у нас Welcome, Пегас отель, бар, ресторан, бильярд, сауна. И вот следующее маленькое здание Макдональдса. Как бы я не очень любитель такой еды, но... И для Краснодара это, в принципе, небольшое событие. Наверное, у нас с Макдональдсов уже больше 10 по городу. Но, тем не менее, приятно рядом с моим домом. Нет-нет, можно заходить сюда. Какой-нибудь вредной еды поесть. Сейчас возьму куриных наггетсов. И Виталик уже должен приехать. Через 20 минут кино начинается. Слава богу, тут до Возмола 5 минут езды. Адрес, получается, Восточный обход 3. Вот такая вот, 7 до, короче, вот рабочий дни. Приехали, короче, мы в Возмол. Виталик, привет. Вы его знаете. С Новым годом. Да, с новым счастьем. С новым счастьем, с Еленой. Все, короче, 5 минут до сеанса. Взял себе этих самых, как, наггетсов. Сейчас буду закусывать. Все билеты проданы. Поедем сейчас в другой кинотеатр. Пока время есть. Виски Беллс, Виталик. Пьем с Новым годом. С новым счастьем, здоровья тебе и всем ребятам, кто смотрит. Счастья, денег побольше. Ну, я уже, в принципе, это желал. Я уже, в принципе, желал на том видео. Все. Алкогольные колы за вас, ребят. Алкогольные виски. Будь добру. Ребятки, решил себе поменять камеру. С GoPro или Sony Action камеру вот на такую себе взять. Как вы думаете, пойдет? Вот такой снимать видеоблоги. Короче. Приехали в кинотеатр «Болгария», здесь недалеко, почти в центре города. Такой он поскромнее кинотеатр, конечно. Здесь билеты уже взяли онлайн, поэтому мы уже попадем на сеанс к люмьерам. Корм с собой, виски с собой. Пакет уже разорвался. Елочка такая красивая. Зашли в фойе кинотеатра, там столько пожилых людей сидит. Виталий, как ты думаешь, почему там столько пожилых людей? Не молодежь, а пожилые одни люди. Мне кажется, фильм о войне. Как ты думаешь? Ну да. И все, и все. Ну, я думаю, по этой причине. А может быть, Болгария, это как-то у них какие-то скидки, льготы есть. Ну, билет дешевле, чем в Возмоле, да, получается? Ну, 200-260. Ну, как бы, все равно для пожилых 50 рублей уже цена. В другом еще почему... Тут столько этих молодежи мало, потому что до Возмола им тяжело добраться. Я думаю, что вариант. Если в фильме будет какая-то фальшь, они раскусят. Да, это не так было. Фильм, говорят, очень страшный, очень драматичный, поэтому пришлось еще одну 200-граммулечку взять. А теперь боишься себя? Очень боюсь, очень. Все, 10 минут до сеанса, бегим. Бегим, бежим. Давай, ребятки, смотрите, полный зал. Полный зал. Дистанционерная съемка.
начал снимать. Хорошо. Ты закрытыми очами спишь под фанерную звезду. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Виталик, ну твои впечатления по фильму? Фильм классный, мне понравился. Ну, вообще, и сюжет нормальный, что, фантастика немножко, но класс, сходить стоит. Елена? Я в восторге. Ну, я по 10-бальной шкале поставил бы оценку 7, потому что, да, как бы сюжет нормальный, но если бы это было основано на реальных событиях, то 10 из 10. А так, конечно, такая немножко фантастика какая-то, ну, один раз, я думаю, стоит посмотреть, поэтому, ребят, приходите на фильм. Это, я думаю, лучше, чем фильм «Несокрушимый». Интересный экшен такой, прикольный, но немножко такой фантастический. Все, едем домой. Спасибо за просмотр. Поставьте большие пальчики вверх, подпишитесь на канал. И до новых встреч в эфире. Всем пока. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой.